Пожар произошел в ночь на 6 января на улице Санаторная. Причиной стал поджог. Во двор многоэтажки пришел мужчина, который в 2:30 ночи поджег припаркованный автомобиль Toyota RAV4, после чего огонь перекинулся на соседние машины. В пожаре полностью сгорели 3 автомобиля, еще 3 получили существенные повреждения. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, затем опросили владельцев сгоревших и пострадавших машин. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых в поджоге 46-летний мужчина был задержан. Следственными подразделениями Управления внутренних дел по городу Сочи было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. До конца мотивы преступления мужчины пока непонятны. Нужны были деньги, ответил задержанный. Вы готовились? Ну, как готовился, заехал дело. Вы сожалеете о содеянном? По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Следствие продолжается.